Друзья, всем привет! У нас сегодня новенькая игра на нашем канале, я имею в виду новая. Трюк-драйвер, симулятор грузовиков, зарабатывание денег на грузовике, новый покупать в дальнейшем новый грузовик, ремонт техники и так далее. Или как играют люди на компьютере, это Евро-трек-симулятор или трюк-симулятор, как правильно его называют, там 1, 2 есть. Вот, в данный момент мы играем на Sony PlayStation 4. Погнали смотреть игру. Так. Мы играем на руле. Вот, на руле Logitech G29. Плюс у нас есть коробка передач от Logitech 6-ступка. Ну вот, сейчас посмотрим, как и что и почем, да? Погнали. Так, новая игра. Так, пройти по всему миру с друг так. Не забывайте об ограничениях скорости, так как можете получить штраф. Описывают они, да? Сейчас посмотрим, что они нам интересное предложат. Сейчас посмотрим, как оно будет. Вот если бы на грузовиках было бы верочка, как бы играть, это было вообще, мне кажется, бомба, да? Что ты головой крутишь, посмотрел направо, головой крутишь, посмотрел налево. Сейчас посмотрим, как оно здесь будет. Но, так понимаю, здесь надо, ну, либо джойстиком, либо на руле как-то управлять. Так, выбираем персонажа. Так, ну, не будем мы выбирать этого персонажа, выберем мы лучше такого русского мужика. Окей, открывайте пассивные навыки, выполняйте задания для клиентов и так далее. Так, это у нас, я так понимаю, планшет, и здесь нам будут даваться задания. Да, да, ответить, что мы отвечаем. Ой, да, действительно нужно, отлично. Сделайте одолжение. Так, окей. Сначала надо запустить двигатель. Ну хорошо. Не понял я. А, вот, запустили мы его. Все, правильно. Отлично, теперь та-да-да-да-да. Так, теперь нам надо поехать. Так, давайте посмотрим. Ага, вот наши камеры. Ага, вот мы стоим. Так, а как нам включить первую передачу? Подожди, не понял, а что сразу вторая там или какая там? Да, да, вот R1 получается, это первая. Так, ага, это не работает, механика не работает. А что у нас тут? А лепестки, а вот выдержик матическим шасси. Чучок, купите технический... А, все, я понял, то есть либо надо другую машину, либо идти зайти в гараж. Зайти в гараж, хорошо. Наверное, надо вот так сделать, да? Да, вот гараж. И... А, вы не можете в процессе обучения, зайдите позже. Окей, ладно, хорошо. Так. Так, так, так. Ага, есть такое, работает. Ага, и поворотник включается вот так. Все. То есть, друзья, просто те, кто не знал, это для тех я рассказываю... как бы, чтобы меньше вы мучились. Да, либо посмотрели саму графику, стоит ли покупать вам эту игру. Не стоит. Если у вас только есть PlayStation 4, как у меня в данный момент, да, то есть у меня выбор небольшой, я вам так скажу. Поэтому... О, звук такой, да? Вот я газку даю. Так, это типа у нас Шкода впереди, да? Ну, так, блин. А, тут тормоз, типа тормоз. Тут же сразу и... Как бы это, да? Ну, поехали. Так, вы там стоите, курите бамбук, а мы это... Ну, пешеходы задолбали. Да едь ты, дави ты их уже, блин. Вот ты, елки-палки, какой ты шустрый, блин.
Так, что там у нас получается? Ага, вот оно у нас что, да? А зеркала как смотреть? Вот только видим одно зеркало. А ну-ка, подожди. А, вот теперь мы видим два как бы зеркала, да? А, вот два. То есть, если мы едем в таком виде, то это два. Но мы кабины тогда не видим, правильно, я так понимаю? Да, у нас с кабины... О, это вообще как будто мы лежим. Не, камера снизу не интересна. Ну, в салоне как бы, да, камера самая лучшая. Так, что у нас тут есть? Так, на панельном приборе мы видим... У нас есть топливо. У нас есть температура, датчик температуры. Ну, как в машине, тахометр есть. Все у нас с вами есть. Ага, прицепить к грузовику. Хорошо. Да, у нас все как бы есть. Оно, да, работает. То есть оно бум, набирает обороты. Все работает. Так, ладно. Так, а ну-ка, мы, если мы, знаете, как сделаем, не вот так, вот так, видите, полегче, да, получается. Вот, а видно прям зеркала четко. Да, то есть вот ты видишь по зеркалам и прицеп, и все. То есть если усложнить нам, я имею в виду систему эту. Вот, если ты по задним зеркалам едешь и смотришь, вот чисто заехать по задним зеркалам, друзья. Да? То есть не сверху, а по задним зеркалам. Вот. Мы заходим. Заходим и... Есть такое, да? Все, друзья, мы подключились не сверху, видите как, мы заехали по зеркалам. Это намного, я думаю, интереснее, чем мы бы, соответственно, бы... Как тут? Блин. А, во, вот так, если мы бы заезжали, правильно? То есть по зеркалам, вот это как для меня, да, настоящий симулятор. Ты реально я вообще ничего не нажимаю, реально. Он что-то сам руль крутит, смотрите. Что-то, блин, глюк какой-то в игре. Вот, смотрите, да? То есть есть, присутствует какая-то билиберда. Я вообще ничего не делал, если честно. Я вообще, ну, как бы... Так, ладно. Что там у нас, нам надо груз отвезти, да? Так, есть. Здесь видно нам, здесь видно. То есть, если камеры переключать, не сильно удобно. Вот если бы VR-очки бы были, да, что ты одеваешь, и ты четко зеркала включаешь себе, и все, это был бы, конечно, мне кажется, вообще погонь бы. Я надеюсь, что разработчики услышат. Не только я, наверное, один такой, да, друзья? Наверное, многие у нас такие. Кто бы не против бы в VR-очках поиграть в трюк-симулятор, ну, или евро-трюк-симулятор, как на компьютере, да, есть. Такие, наверное, я так как бы понимаю, если по России гоняют. Я не знаю, что это за карта какая-то американская. Я не знаю, дополнение здесь есть. Я вот только ее приобрел, да, как говорится. И вот решил этот показать вам. Ну и самому поиграть, потому что все играют. Как бы хочется самому попробовать, что оно такое. Да. Ага, нет машин, можно ехать смело. Так, что нам надо брать? Чуть-чуть больше радиус, да, взять, чтобы у нас прицеп был нормальный. Блин, на эту сторону не видно. Вот видите, неудобно, что нет второго зеркала, как бы, да, дополнения. А почему так? Непонятно. О, руль стал жесткий. Опа, только сейчас начал работать руль, походу. Так, ну, жестко стал себя вести, что я, видите, задергал сразу. Тут так легенько-легенько было. А это так стало оно, это. Так, ну туда машин нету, здесь, так понимаю, односторонька. Типа магистраль, только почему 80 км в час можно ехать, я не знаю. Ну шум посторонний идет, так, нас обгоняет тачка, надо ее пропустить. Ну так прикольно, я вам так скажу, блин.
такой махиной как бы управляешь, да, как бы понимаешь, что ответственность какая-то есть, ну и при этом ты понимаешь, что это игра, просто игра какая-то, и у тебя все равно, чтобы где-то там не удариться, в кого-то не врезаться, да, как Need for Speed, например. Не, ну шум в кабине сильный, я вам так скажу. Шум в кабине, конечно, ужас какой, блин. Так, а ну-ка давай попробуем. Нет, так нет, так ерунда. Так, сейчас, блин, заедем куда-то. Мать его за ногу. Так, подожди. О, вот так попробуем. О, так и зеркала видно, видите? Вот, появилось зеркало. О, 50 разрешенная скорость, а мы прям сколько? О, вот так вроде потише, да, друзья? Но так не видно кабину, управлять как бы тоже не очень. Как вам сказать? Не знаю, может джойстиком было бы удобнее, хотя мне кажется на руле в любом случае удобнее. Надо все корректировать, настройки руля делать. Ну ладно, сейчас бы как бы не об этом. Ой, ну красиво, в принципе. Так, не будем мы. Ой, ну какая-то Европея, видите, как какой-то номер европейский. Не знаю, где это в данный момент. О, красиво так. Пейзажики такие, море. Даже не знаю, где это, где мы в данный момент сейчас ездим, какая карта, какая страна. Ну то, что Европея, это точно. Ну, Европа, вернее. О, блин, трактор. О, куда-то к морю спускаемся ближе, на отдых. Заодно покупаемся в море, так понимаю, поприкольно. Там графика, вон, видно, не успевает отрабатываться или нет. Ну, едь давай быстрее, блин. Так бы и дал бы подсрачник. Какая-то бабушка или дедушка валит, блин. Он так и есть, друзья. Вот в Европе, то, вот так как я говорю, так оно и есть. Вот едет какая-то бабушка посередине, блин, создает пробки. Едешь постоянно, матюкаешься из-за них, дураков. Но вот так и есть, это правда, блин. Я вам честно скажу. Так, и что нам надо сделать здесь? Так, 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 так. Где этот фрукт? Ну, а, вон. Вон, так, подожди, стоять. Что нам надо сделать? Здесь я вот никак не могу понять, да? А, вот, появилось, блин. А, вот парковку, вот точность. Да, 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 нам надо, получается, заехать. Друзья. Так, ну нам надо, чтобы прицеп у нас стал ровно, правильно, я так понимаю. Вот, мы заходим и берем, вот получается вот так, и у нас прицеп должен стать потом ровно, насколько я так думаю. Ну, по крайней мере, я так хочу, друзья, чтобы он у нас стал ровно. Вот, мы идем прям по нему. Да, вот, 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 вот. Как-то так, честно скажу, друзья, играю первый раз в жизни. Я думаю, вы догадались. Уже видно, как я езжу то. А, вот у нас 50% точность показана, да? 70, 80, так, 90 и соточка. Давай, давай, вытягивай соточку. Не, не вытяну. О, есть такое. Так, ставим на ручник. Прицепить, отцепить.
Заглушите двигатель, а? Да. О, задание выполнено. Первая награда. Переходим к следующим шагам. Отлично, друзья. Неплохо. Шо плюс 8? Чё там плюс 8? Блин, не видно. Надо настройки экрана, наверное, так само покрутить было. Видно, что не все. Ха, все проще. Ага, что дальше? Так. По заданию ты заработаешь деньги и опыт, которые... Деньги можно купить новые грузовики и запчасти в гараже. Так, 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 так. Повышать уровень. Так, 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 так. Это все понятно. Ладно, да, классно, все мы сделаем. Так, что дальше у нас? Открывать игровое меню и переходишь на экран пассивов. За дело. Так, ага, хорошо. Игровое меню, это, я так понимаю, R2. Да, и... Так, оплата 150, опыт, короче, туда-сюда, введение, ага, вот, задание выполнено у нас, так, это что у нас? Ага, вот карта, кстати, друзья, вот у нас и карта, как ее увеличить, уменьшить, не знаю. Так, вот, ага, вот, как выглядит у нас точки, типа гараж, вот это все у нас выглядит, как она у нас, о, вот так. Так, гараж, 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 гараж. Вот наш гараж, типа, да? И там мы можем, как бы, все поменять. Заправочная станция, перейти к точке. Так, так, так. Ага. Ну, и, а, в пассивы там было сказано зайти. Но получить закрыто. Вот, для одобрения нужен опыт. Так, и что надо сделать? Нажимаем. Окей. О! О, обновлен. Так, вы получаете один бонус и получены какие-то деньги. Не знаю, что. 2330 у нас, да, опыт. 276 километра. Так, хорошо. Дальше что у нас? Мила, что теперь? Вот, блин, он прям читает мои мысли, елки-палки. Теперь хорошо бы заправить. Шкала внизу. Ага, 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 ага. Бензобак должен быть полный, иначе рискуешь остаться тыры-пыры, тыры-пыры. Я понял. Ага, можно типа потерять заказ. Окей. Угу, можно было написать типа, да ладно, хорош учить. Так, вы открыли новый водитель. Ага, вот, вот оно. Какая-то фигню мы открыли, короче, друзья. Показывает карта у нас ехать. Так, вот теперь нам надо, друзья, вот теперь нам надо посмотреть, вот. То есть нам хватит, да, чтобы выехать. Двигатель заглушен, заводим двигатель. А ну. Да, в принципе, нормально здесь. Ух, аж руль задрожал, друзья. Аж руль задрожал. Так, ладно. Вот так мы и ехали, да? У нас четко видно зеркала. Все четко видно, да. Так, мне кажется, удобнее, да, чем в кабине. Но при этом мы ж не видим панель. Панель тогда мы не видим. Вот. Если мы в кабине, мы не видим правого зеркала. Так, стоять. Стоять. Так, давайте, знаете, что сейчас сделаем? Зайдем опять в опции, в настройки, окей. Так, зеркала, где-то у нас зеркала, графика, руль, нет, это не то, игра. Давайте здесь посмотрим, что у нас валюта, скорость, понятно, поворачивать карту по ходу движения, да, зеркала, о, включены, ну правильно, включены. Вне кабины. А, все, 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 я понял. То есть, у нас получается, когда мы в кабине, у нас левое зеркало есть, правого у нас нету. Все, я понял. Вот, это левый. Нам левый не надо, нам нужен правый только. Все, отлично. Да, 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 да. Отлично, продолжить. Вот, появилось у нас, да? Отлично. То есть, можно настроечки поклацать. Я думаю, друзья, все здесь будет. Поехали, попробуем заправиться. Что она у нас пока... Так, вот у нас полбака соляры. Бензина, соляры. Ну, на соляре, наверное, ездит, дружище. Я так понимаю. Европия.
У меня даже машина на дизеле. У меня все машины были на дизеле. А, ну одна была на газу только. На бензине. Ну, бензин-газ имеется в виду. Так, я так понимаю, превышать типа нельзя. Можно руль, наверное, пожестче сделать, я думаю, в настроечках. Ну, то потом мы настроим. Так. Вот сюда надо, получается, подрулить. Ага, вот. Нажмите и удерживайте. А, двигатель типа работает. Ага. О, слышно какой звук? Пошла заправочка. И бабки, смотрите, деньги, смотрите. Деньги сверху как уменьшаются. Фу-фу-фу-фу. А вот в кабине, смотрите, видите, да, в кабине стрелочка наполняется, что показывает, что полный бак. Прикольно, да? То есть, как вживую есть такая тема, как вживую. В принципе, классно, мне понравилось. Так, дальше что у нас? Не, ну реально потяги, да? Не так быстро, родители. А, еще надо отдохнуть. Выносливость на экране снизу слева. А, вон, видите, да, нарисован ночлег и красненькие такие пятнышки. Ага, полосочки, вот. Вот, ага, подготовиться к серьезной работе. Хорошо, ладно, а где мне отдохнуть? Давай, пиши. Я точку на двигатель, отдохни как следует. Хорошо. Давай, поехали. Прямо, да? Нам надо отдохнуть и с полным баком. И так, вон тачка едет. Блин. Давай, газу, блин. Понеслась. Успеем и перед ним выскочить. Да, 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 да. Чё мы будем за ним кататься, правильно? Согласны со мной, друзья? Так, поворот. Низкий уровень выносливости. Ага, я понял. А, вон, да, да, на члеке оно пишет. Ну, сейчас посмотрим. Так, знак 50, больше нельзя ехать. Гачит, я понимаю, что нельзя, но ну, хочется быстрее. С патинки-то хочется. Ну, типа. Давай, газку. Газку. Так, давай едь быстрее. Или я тебя подпереть тебя, блин. Давай, вали быстрее. Давай, на обгон, пошли. Оп, крутяк, да? Не, набирает она обороты быстро. Оп, синие номера, наверное, мусора. Так, вот у нас и отдых, походу, друзья. Это, наверное, у нас отдых, спать. Типа, ну надо заглушить вот так. Так, заглушить двигатель и спать. Хотите отоспаться 4, восстановиться и выносить. Окей. Все. Типа вот мы легли спать. Давай с первого заказа. Друзья, первый заказ. Попробуем взять, что нам покажет. Так, надо печатать что-то. Да, еще, а еще советы будут. Отправляйся к Чарли. И у него есть для тебя работа. Ага. Ну, так как ты получишь больше клиентов. Хорошо. Спасибо, не перу, не... Так, погнали. И... Ой, блин. Ночью надо ехать. Так, подожди, а как тут свет включается? Друзья, как тут свет включается? А, это, блин... Так, подожди, стоять, бояться. Нам нужен свет как-то включить. Так, заходим в опции. Заходим в настроечки. Думаю, вам будет легче потом уже, да? Вот это вы сейчас все просмотрите, вы будете понимать. Так. Ха. Друзья. Я не вижу здесь.
Открыть колесо управления. Может, там получается, да? А ну. Вот, наверное, вот эта фигня. Это круиз-контроль. Аварийная сигнализация. Так, дворники. Вот, ближний свет. Есть контакт. Хорошо. О, разобрались мы. Ну что, к дяде Чарлику едем, какому там, че кому-то надо было ехать. Чарли, да. Давай посмотрим, что у нас тут. Дядя Чарли. Ой, бля. Что там за фигня? Через бордюрину проехали, а? Так, перескочили, короче, мы ее, друзья. Ага, вон, видите, шкала. Шкала внизу у нас полная. Так, я понимаю, по ночам никто не ездит, и нам это легче, правильно? Понеслась. Ехать прямо нам надо. Не, ну блин, если мы будем ехать 50 км в час, то мы будем долго ехать. Шумит кошмар, конечно. Хочется перекричать его, бляха-моха, честно скажу. Так, тут дальний есть, интересно, надо проверить как-то. Тормознуть надо, чтобы никуда не врубаться. Я так понимаю, да? Ну там уже город, я смотрю, скоро будет, друзья. Как в самолете. Там наш дядя Чарли, бляха-муха. Сколько там до него? Блин, чуть не въехали в этого идиота, блин. Чё ты резко тормозишь? Так, это удержаться, чтобы заправиться. Да у нас полный бак, чё там нам париться? Так, поворачиваем здесь. И по... Ух ты, елки-палки. Погнали. Дядя Чарли, жди нас, мы летим. Фух, вот это мы шпарим, блин. Дядя Чарли, мы никого не пропускаем, дядя Чарли. Мы прем. Давай. Газу до отказа и все. Дядя Чарли. Так, и... О, задание выполнено. Отлично. Что-то мы там получили. Какие-то капустняк какой-то получили, да? А что за рыбка нарисована у нас? Рыбка какая-то нарисована, видите, да? А, вот, туда нам надо подъехать, я так понимаю, да? А ну давай, что тут поворот сюда был. И вот сюда. О, вот это на работа. Вот, нажали. Знакомьтесь, это Чарли. Окей. Начнем с простого задания. Давай. Друзья, ну вы уже поняли, да, что, как, почем. То есть сейчас мы закончим это задание, посмотрим, что будет дальше. Отвечаем, я готов. Типа, я герой такой крутой, блин. Прицеп у входа, отвези его на склад за углом. Угу. Прямо за углом. Просто посмотри сначала, и ты отправишься. Ага, давай. Так. За углом. Так, вон, видите, да, где-то там он сверкает. Сейчас мы туда проедем, я так понимаю. Вон точка у нас, да, я так понимаю. Вот за углом он. Типа находится за углом. Вот он.
Я так, да? Думаю, что это он. Вот этот прицеп, друзья. Так. Ага. Вот, сейчас мы с него и выйдем. Так, берем, нам надо. Так, я его вижу, вон заднее зеркало уже. Надо даже интересно, друзья, парковаться, когда ты видишь все четко, блин. Согласны вы со мной? Кто согласен, ставьте лайк. Так, кто любит, кто играл, если играл в грузовики и парковался, припарковывался, вернее, там, так как я, то поставьте лайк, пожалуйста, если вам это нравится. Так, 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 так. Есть. Привезите прицеп на склад. А, у нас еще время есть, друзья. Ни хрена себе, блин. Надо еще у нас... А, вот оно что. Я не знал, что у нас время есть. Что нам надо за время еще успеть это все дело. Нифига себе. Тихо, тихо, тихо. Здесь эти стоят. Мы же уже там кувыркались один раз, да? Вот там, ну... Так, и что нам теперь надо делать? Шпарить, то есть? Ну, а, вот мы заезжаем... Против движения, походу, да? Или что у нас тут? Что-то непонятно у нас. Давай, попёр, блин. Так, что тут за приз получен? И что нам надо тут сделать, блин? Так, удерживать, чтобы автоматически припарковаться. А. Да, и что? Вы печатаете? Да, готов. Я отвезу прицеп, куда вы просили. О. Ну, не так плохо. Ага, ага, ага. Так. Да, не выполнил. Отлично. Похоже, ты готов к новой работе. Отлично, друзья. Ну что? Все у нас получается. Все, навык повышен до уровня. Вы достигли первого уровня какого-то там навыка. Тара-ля-ля-ля-та-па-ля. Соответственно, а вот, кстати, бензобак. Вы достигли нового навыка контрольный грузовик. Навык повышен. О, видите? То есть какие-то там дела и так далее у нас есть. Вот так вот, да, давайте посмотрим, что у нас может быть дальше интересного. Ну, звук такой прикольный, да, объемный такой. Бум-бум-бум-бум. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Что там, нет у нас ничего, не видно ничего. Чтоб куда-то мы могли врезаться. А ну-ка. О, давайте, знаете, что еще, самое последнее. Мы продолжить. Мы, оно в гараж нельзя сейчас зайти. Вот. Мы сейчас заедем в гараж. Окей. Так, и что у нас получается? Вот, мы сейчас в гараже. Вот у нас эта тачка. Да, расход топлива, износ шин. Установлены грузовики, то есть... Настроить. Так, бампера, кабины. Так, с ремонтом. Что у нас с ремонтом? Ремонт у нас. Отремонтировать все. Давай отремонтируем все. Есть. Денег у нас ни хрена не осталось, друзья. А, 21. Это какая-то категория на ремонт остается.
Почини двигатель, давай починим. Все, починили мы двигатель какой-то там. Что мы там починили, не знаю. Цвет это такое. Так, окраски, звуки, клаксона, бампера. Давайте сейчас мы немножко его... А, малая кабина. Нельзя такую кабину еще делать, да? Ладно, установлена такая кабина. Так, боковые юбки, брызговики, задняя сторона, передняя часть. Ну, давайте переднюю часть. Ничего нельзя пока поменять. Почему? Говорит, завершите больше заданий. Понимаете, да? А, вот мы здесь можем, в принципе, и нафаршировать его. То есть и зеркала улучшены будут у нас. Вон, видите, зеркала. Но для того, чтобы их взять, опять персонаж какой-то. Ну, то есть... То есть мы должны, друзья, мы должны это все дело пройти. Я так понимаю, потому что вот у нас здесь мощность одна. Мне кажется, это достаточная мощность. Вы сами видели, как мы только что ездили. Блин. Даже с грузовиком. Так, а тут было написано, я читал, что где-то можно... Ну, здесь нельзя, да? Ну да. Я имел в виду, что поменять коробку поставить механическую. Ладно, это, наверное, надо заработать на следующий грузовик. Ну и так далее. Так, вышли. Мы выходим сейчас из гаража. Почему-то так долго грузится оно все. Для выхода. Вот так. Так, друзья, ну все, на сегодня, я думаю, хватит. Вы все прекрасно поняли, да, что как надо начинать в эту игру играть, как начинать зарабатывать, то есть, что здесь, я думаю, для человека, который хочет ее приобрести, достаточно вот этого, что показано, стоит ее покупать, не стоит. Ну, лично мне понравилось. Да, я буду играть. Я вам честно скажу, я буду играть. Мне понравилось. Все, на этом точка. Если вам нравится эта игра, ставьте лайк. Все, друзья, всем спасибо за внимание. И пока-пока.